9 июня прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главе Десногорска Андрею Шубину доложили о текущей эпидемиологической ситуации в городе и о принимаемых мерах. На Смоленщине продолжается негативная динамика заражений COVID-19. Последние дни ежесуточный прирост заболевших составляет более 100 человек. На 9 июня этот показатель 143 человека. Итого 3300 по области. Вызывает беспокойство все так же ситуация в Ростовском районе, где значительный рост и положительных результатов при исследовании. По данным Роспотребнадзора, на 9 июня в Десногорске зафиксировано 79 заболевших коронавирусом. Благодаря улучшению ситуации с ковидом в Москве, сложные пациенты из Десногорска отправляются без задержек на лечение в столицу. Перепрофилированные клиники ФМБА сейчас выходят из оказания помощи ковидом, но некоторые пока еще продолжают функционировать как ковидные госпитали, поэтому возможность переводить у нас пока есть. Не способствует уменьшению больных в Десногорске и жаркая погода. Городской пляж становится местом встречи десятков и сотен горожан. А при условии, что он еще официально не работает, спасать утопающего будет некому. Официально пляж закрыт. Да, его комиссия приняла в конце мая. Но в связи с тем, что введены ограничения до 15 июня, там спасение людей не обеспечивается. Не успев открыться, зона отдыха уже подверглась нападению вандалов. Поломано оборудование пляжа, предположительно автомобилем. Поиском беспечного водителя занимаются правоохранительные органы. Сейчас по линии ГОЧС мы поднимаем съемку для установления владельца, для того, чтобы привлечь его к административной ответственности. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.